Люси, что? Что, блядь? Что? Да. Нормас диалоги с самого начала. Уничтожить артиллерию врага, окей. Блин, с туманом войны, конечно, здорово. Так, давай ответный огонь. И погнали. Хорошо же тут нет механики, как во втором Company of Heroes, то что ты долго на морозе не можешь быть. Тядям, 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 тядям. Ди-ди-ди-дим. Чё, противотанковое ружье у меня? Где? О, привет, братан. Ты кто? Погоди. Подогреться не хочешь? Ё-ма, народ! Ладно. Заряжай, дрочню. Пора воевать. Нормально. Блин, кстати, мне это наводит на флешбеки на какой-то тоже другой мод. А какой это мод был, то что я играл? А, это вроде бы этот, гражданская война в России была. Да. Еще какой-то был классный мод, который я вроде не допрошел. Я не помню. Так, ладно, ты прикрывай, ты двигай. А, вот это, кстати, снайпер. Блин, что же это был за мод такой? Я не помню. Черт. Ладно. А, вроде бы Битва Империй, да, точно. Я же не допрошел Битву Империй. Опа. Попадай же ты. Так, давай. Чё, там тоже кто-то? Черт. Ладно. Давай-ка бронебойное снайперское ружье, как я его называю. Оба. Оба. У него точность отличная. Эх, не могу прямой дать. Ладно. Двигай туда. Ты прикрывай. Видишь кого? Чисто. Неплохо. Что у них там имеется? Да ё-моё! Подсвети. Нифига у вас не имеется, ладно. Ну хотя бы мне боезапас не поскупили. Здорово, ребят. Нормально. Так, где там парень? Переключайся на кое-что потяжелее. Ё-моё! Броневик! Ага. Конечно. Что-то я не пробиваю его. Может, дистанция большая? А, я не попадаю. Угу, понятно. Отступили. Вот, сука. Хрен попадешь ведь. Граната есть? Хрен достанешь. Отлично. Так, это пожирнее. Это вообще еще меньше летит. Сюда бы обычных стрелков точно. Давай от вас двигать. Автоматчики, все, дрочня. Передвигаемся. Блин, там же где-то броневик рядом. Точно. Бля, вот и броневик. Сейчас передохнут мои бойцы. Как пить дать? Тихо. Так, где мой этот товарищ?
Ну, я надеюсь, это же не вся миссия. Ну, сейчас, кстати, проверим, насколько... Что так громко? Больно громко. 4-0, Сман заданил 100 рублей на графон. А, это ты? Можешь кугечно по желанию, но поиграть в Ламбдуарс? Чё? Блин, не вкурил, о чем ты написал? Ламбдуарс? Можешь повторить в чате? Я не прокурил. Что за Ламбдуарс? Ну, спасибо вам. Однако. Кто стреляет? Опс. Покойся с миром. Беги! Ты у нас живучее яйцо. Финн по прозвищу живучее яйцо. Убегай. Ламбдуарс? Что это? Я такого не знаю. О, автоматическая винтовка. Или что это? Как-то ты уж больно хорошо шмалишь. Ламбдуарс? Что это? Это... Ламбда, это ж из этого. Из... Господи. Из халфы. Лямбда. Да ё-моё. Нормально. РТС про... Что за хидва? А, подожди, это переделка этого самого сюжета халвы под стратегию. Насколько я помню, она странненькая. Лучше уж в Black Mesa поиграть. Хотя, честно говоря, я не проходил этот самый, как его? Я не проходил в халфу вообще никакую. Попадают. Сука, может тебе с этой фигни попасть? Фиг там. Присядь-ка. БК кончился. Здорово. Допустим. Ну, допустим, мы устроили маленький блицкриг. Блин, тут же ж анонсировали новый этот, как его? Господи, как его называют-то? Новый... Total War? Трою. Добраться до дороги? Зачем? Уничтожить, а я как бы захватить хотел. Зачистить местность от противника. Из-за этого мне что-то захотелось опять поиграть в Total War Rim 2. Как-то мне Total War... как его? Господи, Warhammer Total War не очень вкатили. Они какие-то странные. Непонятные. Короче, лутаем все, что видим. Хотя можно? Фиг там. Слушайте, а можно я что-нибудь из этого себе залутаю? Говнюки. Ладно, сейчас устроим хороший бадабум. Знатный. Вы, блин, сотня боеприпасов? Капец, сейчас тут рванет. Пацаны, лучше нам отойти куда подальше. Это старый трюк ВТВшный. Подорвать все БК. Ну, выгрузить и подорвать. Обычно так заказывали грузовики с боеприпасами и потом подрывали их. Гранаты или чем-то таким. Но я подорву тротилом. Вдруг оно тут пожестче будет. Плюс у него КД подольше. Ложись, пацаны. Ну, странный взрыв был слегка, но ладно. Нормально, разворотило. Так, где последние чуваки? Где последние враги-то? Ну, будет еще ж продолжение. Добраться до дороги, окей. А, зачистите от противника, это общее задание. Русские, хорошо. Занять на холме позицию, допустим. Блин, я еще что-то хотел вроде попроходить, я не помню. Но у меня как бы список целый есть. Скоро пальцами можно будет гвозди забивать. Да.
меня же есть целый список игр, в которые я хочу покатать. Но половину из них, больше половины, я даже на низких не запущу. Или на минималках. Дрочи херню. Отставить. Нормально. Ого. Так, ребят, их там что-то нормально так. И не подбираются к нам. Надо бы подчистить. Ого! Так, хорош, ложись. Блин, мне бы Дегтярева, честно говоря. Ни у кого Дегтяря не будет. СВТ-хи. Блин, откуда у вас СВТ-хи? Привет, боец Монолита. Старые ники, так сказать. Так, ну-ка давай-ка гранату этих закинем. Блин, они тут всего на 16 метров кидаются. Да дурень, беги давай. Кстати, я бы не отказался бы от какой-нибудь... от какого-нибудь мода по... О, господи, по русско-японской войне. Там типа Порт Артур, вся херня. Было бы неплохо. То вспомнил, когда эти самые, когда русские обвязывались шашками этими, каких... Ну, тротилами. Тогда еще прям таких гранат не было, там фитильные шашки были. И бросались на окопы японцев. Была такая херня. Потому что тогда из-за неточности фитилей часто можно было отбросить этот, эту шашку обратно отправителю. И она успевала долететь. Так, ну допустим, что дальше? Закрепиться на высоте. А, это нам сюда. Слушай, странно. Нихуя себе высота, да тут же ж проволока. Мы, типа, диверсионный отряд, а не штурмовая бригада. Да, неплохо они здесь устроились, согласен. Так, распределяем патроны. Похер, стрелок ты не стрелок, давай. Все пригодится в хозяйстве. Ой, тихо. А, подожди, это наши. Блин, тут еще какие-то олухи подошли. Валим отсюда. Нам нужно наверх. Блин, может мне попроходить колдваровские миссии какие-нибудь? Что ты тут делаешь? Чё? Что это? А, обычный ППШ. Валим дальше. Ну вот, что... ХП штурма втором. На среднем уровне сложности я могу просто вот так вот бегать. Просто ему пхавальник сейчас прилетел. Нормальная такая пачка. Ему нормально. Еще из тыла союзники подошли. А, пуля дура. Кстати, если нас заебет это дело, можно будет пойти в Mountain Blade. Наполеоник Варс. Как бы у меня лицензия и все такое. Блин, мне бы еще лицензию Natin Actor. По какой-нибудь хорошей скидке. Типа симулятор мореплавания. А то от Корсары немного надоели, а эта игра, ну реально, как Корсары, только круче. Еще и мультиплеерная полностью. Еще по кайфу. О, вот это уже можно лутать. Почему B4 нельзя было залутать, а? Вот скажите мне. Скажите мне, почему мне нельзя было залутать B4? Эти сталинские кувалды наши. Как обычно, все идет по плану. Да, по блядскому плану. Уничтожить колонну противника. Ну, сейчас мы устроим им пару залпов ласковых. Так, у нас тут боеприпасы есть. Неплохо. Так, сбрасываем грузовик куда-то. Точно! А ну-ка давай-ка им устроим тротиловые подрывы. Правда, тут нет ничего крупнокалиберного, чтобы взрывалось. Хорошо. Куда делась пушка? Хрена она там замаскировалась. Так, ну снайпера мы, наверное, в экипаж не будем использовать.
Не, ребят, вы как бы молодцы, но у нас враг там прям под нами. Не желаете ли разобраться? Так, как там по доставаемости? Отлично. Так, никаких боеприпасных... Ага, есть, вижу. Ну-ка. Блин, ты что, не можешь разрушить его? Очень здорово. Ля. Класс. Ты чё взял? А, это ящик водяры, господи. Пираты Сидемейра? Ну, я не думаю то, что... пираты Сидемейра будут прям круче. Ты загугли Натин Актер. Это реально те же самые корсары, только мультиплеерные и новые. То есть с обновленным графоном и механиками, то есть по кайфу. Там даже есть система управления мачтами. То есть ты парусы на каждой мачте можешь под своим углом ставить. И таким образом у тебя хвостовые мачты будут ловить один вектор направления воздуха, а другая мачта будет ловить под другим углом. И таким образом можно будет что-то типа завихрения создавать. Ну не завихрения, а поворота. Типа в заднюю часть корабля тяга идет с одной направления, а в нос с другого направления. И таким образом он будет разворачиваться. Там много всяких приколов можно соорудить. Так, давайте, ребят, выгружаем свою снарягу и минируем тут все. Вот так вот. И давай еще ты с ним. Да и ты в целом. Только эта скотина стоит 600 гривен. Со скидками на новогоднем было 300. Я не готов за такое платить 3 сотни. Еще какие-нибудь полторы, может сотню, я заплатил бы. При том, что я накоплю себе на компик, я не хочу так тратиться. Так, продолжаем минировать. Так, ты что, уже закончил? Молодцы. Это противопехотки. Ну окей. Кстати, противопехотки пригодятся, наверное, как-то вот так вот. Вот так. Привет. Здорово. Так, что ты закончил, да? Что, у тебя тоже противопехотки? А нет, не противопехотки. Да ё-моё. Ни хрена ж там не видно. Давай работай. О, вот так вот. Все, молодцы. 40 секунд. Готовность 40 секунд! Вопрос, правда, кстати, откуда они пойдут? Ну, скорее всего, с того фланга, о котором я думаю. Так. Одна мина осталась. Ну, классно. Заложи ее куда-то сюда. Что зрители не хотят? Ты о чем? Чё сидишь? Ай, блин, противопехотки я не успел заложить. Да, печально. 7 секунд осталось. Блин. У меня, кстати, бойцы-то без этих, без автоматов. О, здорово, братан. Блять, ну это, не трой меня. Я тут так, херней страдаю.
Автомат в руки и пошел. Воюй, братан. Здорово. А, где патроны? Блин, патроны кончились. Ладно, бери снайперку. Похер. Блин, правда он автоматчик по профилю. А это снайпер. Блин, поменяйтесь оружием, пожалуйста. У тебя 200 БК, а ты забирай вот это добро. Так, давай-ка как-нибудь вот так вот заложим добро. Бля, ну братан. Не хочешь нахер пойти? Не, есть человек занят. Ну кто ж под руку лезет? Так, ну там броневики все пострадали. А, ты про это? Так я как бы и не бачу. Очень похоже, но нет. Я как бы вряд ли меня жаба задает даже донатные деньги на такое потратить. Как бы капец, 300. Ой, его убили. 300 это немало. Бля, с тыла, братан. Хуль вы тут делаете, а? А ну-ка, освежим-ка вас. Я сказал, освежим. Бля, хуя освежишь. Бля, дурень. Сзади, блядь, да и спереди, господи. Как их удерживать-то? Бля, пушки капец. Ложись, разворот. О, это пулемет. У этого вообще БК не осталось. Вот, сука, уходи. Ах ты мразь, блин. Ну-ка, бронебойным ружьем мы сейчас тебя подцепим тут. Черт. Не получилось. Куда собрался? Черт. Граната есть? Да хуй там. Блять. Вовремя отходите. Ох ты, прикольно. Задание выполнено? Так не выполнено же. Вы все пососали. А, последний убегает. А, так и нужно было? Невероятно, мы нанесли такой урон врагу, что атаковать он явно не сможет. Окей.